Доброго времени суток, уважаемые телезрители. В эфире НВК «Саха», передача про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? С марта 2022 года техосмотр нужно будет проходить по-новому. Заработает новый штраф в 2000 рублей, а получить медсправки на права станет сложнее. В Якутии начались испытания нового мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД. В Якутске начал свою работу ежегодный профильный сбор юных инспекторов движения «Малая академия дорожных наук 2022». Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит телеведущий, продюсер Максим Березин. В начале нашего выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 11 по 17 апреля 2022 года зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, где погибли 2 человека, травмированы 19, в том числе пострадали 3 несовершеннолетних. Авария 2 самосвалов произошла 11 апреля около 13:30 дня на повороте по ледовому технологическому проезду поселок Черский, карьер, река Горная Филиппова. 53-летний водитель КАМАЗа, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем такой же марки КАМАЗ под управлением 64-летнего водителя. В результате ДТП водитель КАМАЗа, совершивший выезд на встречную полосу движения, получил травму левой ноги. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение Нижнеколымской ЦРБ. В ходе проверки установлено, что в момент ДТП водители находились одни, без пассажиров. Оба водителя были трезвые. 15 апреля около 15 часов в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району поступило телефонное сообщение о том, что на федеральной дороге Вилюй возле села Эбя Вилюйского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщалось о пострадавших. В ходе проверки сообщения предварительно установлено, что водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hiace, следуя со стороны города Якутска в сторону города Нюрбы, на 466-м километре федеральной автодороги Вилюй выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной Toyota Succeed. В результате ДТП 57-летний водитель легковой иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 19-летний пассажир автомашины Toyota Succeed, находившийся в момент аварии на переднем пассажирском сидении, с черепно-мозговой травмой, ушибами, ссадинами и переломом костей таза был доставлен в больницу. 51-летний водитель микроавтобуса в результате ДТП не пострадал. А вот его пассажирке 73-го года рождения повезло меньше. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. От более серьезных травм женщину уберег пристегнутый ремень безопасности. Ширина проезжей части на участке, где произошла авария, составляет 8 метров. Покрытие асфальтобетонное. Дорога имеет поворот. В момент происшествия отмечался снегопад. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. 15 апреля в 8 часов 40 минут на автодороге между городом Нерингри и поселком Сосновый Бор женщина 85-го года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark II, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с движущимся по встречном направлении автомобилем Toyota Виш. Сама автомобилистка с множественными ушибами, гематомами и переломами лицевых костей и костей черепа была госпитализирована в травматологическое отделение Нерингринской центральной районной больницы. Водитель и два пассажира автомобиля Toyota Виш, в том числе 10-летний ребенок, получили ушибы. Всем им медики назначили амбулаторное лечение. 16 апреля около 17 часов 30 минут на 25-м километре автодороги регионального значения УМНАС водитель 58-го года рождения, управляя автомобилем Subaru Forester, по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Spacio. В
результате столкновения 58-летний водитель Toyota от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Водителя и пассажира автомашины Subaru Forester с травмами доставили в больницу. По словам 63-летнего водителя Subaru, накануне вечером он употреблял спиртные напитки, выехал из Якутска и направлялся в сторону города Покровска. Личность пассажира пока не установлена. Если вы стали свидетелем того, что пьяный водитель управляет транспортным средством, либо намеревается это сделать, не оставайтесь равнодушными. Сообщите об этом в дежурную часть полиции либо госавтоинспекции в Якутске по телефону 127. Возможно, это поможет спасти чью-то жизнь. С марта 2022 года жизнь автомобилистов снова изменилась. Нововведения в основном связаны со вступлением в силу законодательных норм. Техосмотр станет сложнее. Водителям усложнят доступ к незаконному оформлению диагностических карт с помощью фотошопа и получить справку на права также станет сложнее. О всех изменениях, о которых должен знать каждый водитель, наш следующий сюжет. С 1 марта текущего года у нас были изменения в законодательстве. Так, в 170-м федеральном законе о техническом осмотре были изменения в части периодичности прохождения транспортных средств технического осмотра. Так, легковые транспортные средства собственников, они проходят техосмотр по желанию. Кроме того, легковые транспортные средства, мототранспорт и прицепы до 4 лет не обязательны. Кроме того, на эти же транспортные средства от 4 до 10 лет они проходят раз в 24 месяца, то есть раз в 2 года. Кроме того, грузовые транспортные средства выше 3,5 тонн, также транспортные средства для обучения водителей. Это транспортные средства автошкол и транспортные средства спецзвуковыми световыми сигналами проходят раз в год. Кроме того, изменения коснулись автобусов и транспортных средств, оказывающих услугу по перевозке пассажиров. До 5 лет они проходят раз в год. Старше 5 лет они проходят раз в полгода. Кроме того, транспортные средства, оказывающие услуги по перевозке опасных грузов, они проходят раз в полгода. Также предусмотрена ответственность за отсутствие технического осмотра. Тут у нас были изменения в Кодексе об административных правонарушениях. Появилась новая часть. Это часть 1.1 статьи 12.5, ответственность за которую предусмотрена 2000 рублей. Между тем, с 15 апреля закрыты ледовые переправы для всех видов транспорта по всем ледовым переправам центральных районов Якутии. И более подробно сегодня об этом в нашей студии нам расскажет наш гость, заместитель генерального директора Государственного казенного управления Управтодор Республики Саха-Якутия Семен Иванович Сметанин. Здравствуйте. Здравствуйте. Семен Иванович, скажите, какие переправы сейчас полностью закрыты? Ну, у нас в республиканских дорогах 5 переправ. Да. Это 2 переправы через реку Лена, Хатасы-Павловск и Кангаласы-Сотинцы, это на автомобильную дорогу Барагон. И через реку Вилюй, автомобильную дорогу Эджиген, и на автодороге Амга, через реку Амга и через реку Вилюй. Алдан. Да? Uh-huh. И на сегодняшний день все 5 переправ, они полностью закрыты. Да? Сначала мы поэтапно закрыли Амгу, Алдан, Эджиген, Кангаласы-Сотинцы на автомобильной дороге Барагон. И буквально вчера закрыли через Хатасы-Павловск. Это на автомобильной дороге Хатасы-Павловск. Вот. Это основная переправа через реку Лена была. А в этом году можете ли отметить какие-то особенности в состоянии ледовых переправ? Ну, отметить можно, что вот 21-22 год, когда мы открывали переправу, вот осень, она теплая была, и поэтому чуть попозже открыли. Ну и зима не такая теплая была, да, но все равно мы поэтапное повышение грузоподъемности выполнили в срок, согласно календарного графика. Ну и закрытие мы должны были 1 апреля уже по понижениям работать, но учитывая сегодняшнюю вот обстановку по перевозке, мы держали до конца вот 30 тонн и закрыли вот 18 числа уже 30 тонн стояло, и так и закрыли. Вот, конечно, все ездили,
Сейчас вот уже раскисла вся, колея образовалась, но по максимуму держали в этом году. Скажите, а есть ли какие-то нововведения при организации работы переправ? Ну, у нас таких нововведений на переправах нету, да, потому что мы работаем сначала естественным путем, да, а потом уже переходим на искусственное поливание. Да. У нас только вот система ГРАД и помпами заливаем. Но это в наших климатических условиях как бы уже, можно сказать, максимум мы используем то, что надо. Uh-huh. Вот. А так по графику уже, ну, не так, как 10 лет назад, вот 18 ноября открываем, да, а сейчас уже в декабре месяце уже подходим. Ну, это учитывая вот наши климатические изменения. То есть сейчас можно, прослеживается некое такое потепление, можно, да, да, сказать? Да, уже как бы по зимникам и по всем остальным этим, ну, если мы мониторинг же ведем, и вот у нас как бы потепление идет на 10 дней вперед и 10 дней назад, как бы так, общей сложности. Угу. Ну, я думаю, сейчас в рамках нашей передачи можно воспользоваться моментом и обратиться к водителям. Обратиться к водителям надо, ну, то, что вот с переправы закрыты, надо учитывать, да, мы все равно мониторинг ведем, лед как бы он уже не крепкий, да, и вот колея образовалась, можно уже хоть какие форс-мажорные ситуации попасть, да, и поэтому надо вот должен транспортные правила учесть и не выезжать на лед. Ну, Семен Иванович, хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы сегодня посетили нашу студию. Я напомню, у нас в гостях был Семен Иванович Сметанин, заместитель генерального директора Государственного казенного управления УПРавтодор Республики Саха-Якутия. В Якутске начались испытания нового мобильного комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения «Автоураган МС». Не оставит шансов нарушителям остаться незамеченными. Министерство транспорта республики надеется, что при удачном тестировании системы мобильные комплексы окажут положительное влияние на дисциплину водителей, а также в разыскных мероприятиях. Главная особенность комплекса «Автоураган МС» – это радиус обзоров 360 градусов на разных дистанциях и контроль различных видов нарушений. Оборудование не только отслеживает скоростной режим в обоих направлениях транспортных потоков, но и помогает в розыске нарушителей, в том числе по оперативной информации, поступающей экипажам патрульных машин ГИБДД в реальном времени. Для этого инспекторам достаточно ввести данные по приметам разыскиваемой машины. Помимо этого, в оборудование загружена база данных по водителям, лишенных водительского удостоверения, а также машин, снятых с учета и утилизированных. Например, камера так называемая радарная, она смотрит на ширину 24 метра и на дальность до 70 метров от комплекса, что, собственно, позволяет использовать комплекс на трассах и контролировать как встречный, так и попутные транспортные потоки. Причем скорость измеряется не только в стационарном положении, но и во время движения патрульного автомобиля. При этом патруль может ехать со скоростью 150 км в час. Особенностью комплекса является наличие торцевых камер контроля, то есть они могут также использоваться для контроля стоянкой и остановкой, потому что некоторые водители ставят под углом 90 градусов к потоку, да, и, соответственно, их как бы предполагают, что их нельзя будет зафиксировать машинами, потому что есть классические комплексы за контролем стоянки и остановки, они смотрят обычно под углом 35 градусов, 20 градусов к ходу движения автомобиля, а те, которые стоят под углом 90 градусов, остаются как бы незамеченными. Торцевые камеры это не позволяют сделать. Также, например, камера, которая смотрит назад комплекса, тоже может контролировать стоянку-остановку. Соответственно, водители, которые завешивают задний номер, думают, что он не попадется, а задняя камера его будет позволять также зафиксировать уже передний номер машины, которая припаркована. Номера распознаются не только российские, но и всех ближайших соседей, включая европейские. В настоящее время аналогичный комплекс успешно проходит опытное тестирование в Москве, а также получил положительные отзывы в республиках Казахстан и Кыргызстан. Испытания передовой системы в Якутии стали первыми среди регионов страны, которые выразили желание приобрести оборудование. В Якутске состоялось торжественное открытие профильных смен «Регион 14» и «Юнармеец». В рамках профильной смены пройдет 15-й республиканский профильный сбор юных инспекторов движения «Малая академия дорожных наук-2022».
В течение смены три батальона участников – красный, желтый и зеленый – обучались на кафедрах под руководством сотрудников госавтоинспекции и предметных педагогов. Практические занятия юных инспекторов дорожного движения проходили в современном детском автогородке «Безопасная дорога» на базе центра «Сосновый бор». Ребята в реальных условиях практиковали отработки знаний правил дорожного движения. У нас идут программы по правилам дорожного движения, также программа идет у нас по правовой системе, которую, опять же, ребята обучают именно правовую часть. Ну и также у нас идет первая медицинская помощь, основа из которых они сдают, опять же, все зачеты и правила, да. Ну и также боевой комплекс ЮИДовца, где, опять же, дети обучаются мастерству самообороны, так сказать, да. После прохождения обучения команды поборолись за первенство в республиканском соревновании велосипедистов «Безопасное колесо». Самое ценное для меня – это медицина. Ведь я могу оказать первую доврачебную помощь людям, которые находятся в чрезвычайной ситуации. А также я могу показать и рассказать детям всю серьезность дорожного движения. Далее участников республиканского сбора юных инспекторов движения «Малая академия дорожных наук» ждали соревнования, интенсивные занятия и экзамены. А сегодня юные инспекторы уже разъехались по домам проводить агитационно-пропагандистскую работу по безопасности дорожного движения. Юный инспектор дороги вообще, мне кажется, создан для того, чтобы дети еще в раннем возрасте понимали правила дорожного движения, и во взрослой жизни им это давалось намного легче. Допустим, ты вот выходишь из дома, ты пешеход. Ну, чтобы не попасть в аварию, чтобы, ну, чувствовать себя в безопасности, чтобы знать, в какой момент дорогу переходить, ну и все остальное. В общем, для безопасности. Я могу добавить то, что правила дорожного движения, они окружают нас везде. Как только мы вышли из дома, они сразу нас везде окружают. Мы являемся всегда частью дорожного движения, и необходимо просто знать это, чтобы в любом случае можно было сориентироваться в любой непонятной ситуации. Ну а сейчас, друзья, мы приступаем к нашей постоянной рубрике, в которой известные люди будут проверять свои знания правил дорожного движения. Ну и по традиции наш экспресс-тест будет состоять из 10 вопросов. Сегодня участником рубрики будет телеведущий, продюсер Максим Березин. Максим, добрый вечер. Добрый. Ну что, как всегда, наш тест состоит из 10 вопросов. Они будут показаны на экране, и твоя задача – правильно ответить на максимальное их количество. Ну, а твои ответы будет разбирать наш постоянный эксперт, преподаватель автошколы-фаворит Егор Никифоров. Ну что, давайте начнем. Итак, первый вопрос. Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток? Одно, два или четыре? Ну, если память мне не изменяет, сплошных два, две полоски сплошных и отсюда два. Два, по-моему. Два. Твой ответ два. Второй. Угу. Второй. Хорошо. Так, следующий вопрос. Данный дорожный знак. Первое. Обязывает вас остановиться непосредственно перед пересечением с трамвайной линией. Второе. Предупреждает вас о приближении к месту пересечения с трамвайной линией. Третье. Предупреждает вас о приближении к трамвайной остановке. Этот предупреждающий знак с красным, с красной окантовкой. Поэтому, по-моему, второй тоже. А ваш ответ второй номер вариант. Два. Итак, номер два. Хорошо. Следующий вопрос. Номер три. Эти знаки обязывают соблюдать дистанцию. Первый вариант. Менее 70 метров на протяжении 100 метров. Второе. Не менее 70 метров на протяжении 100 метров. И третий вариант. От 70 метров до 100 метров. Здесь, по-моему, менее или не менее. Но какой я точно не помню. Давайте выберем менее 70. Первый. Вариант ответа номер первый. Номер один. Хорошо, зафиксировали. Следующий вопрос. Внимание. В каких направлениях вам разрешено продолжить движение? Первый вариант. Прямо, налево или в обратном направлении. Второй вариант. Прямо или налево. И третий вариант. Только прямо.
Так, здесь смотрим знак наверху. Если логически подумать, то вариант прямо или налево. А, налево. Вариант номер два. Два. Угу. Вариант номер два. Хорошо, следующий вопрос. Разрешается ли вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте? Разрешается. Разрешается только с частичным заездом на тротуар или запрещается? Это полоски есть, да? Какие-то желтые. С так. Края. Там окно освещает. Да, есть желтые прерывистые, желтая прерывистая линия. Ага, если желтые, то запрещается. Ну, стоянка, стоянка именно запрещается. Вариант номер три. Три. Ага. Вариант номер три. Следующий вопрос. Вам можно продолжить движение. Первое. Только по траектории Б. Второе. Только по траектории А. Третье. По любой траектории из указанных. Так, здесь светофор тоже показывает поворот. Разрешает, да? Зеленый свет стоит. И только по траектории Б. Вариант номер один. Один. Вариант номер один. Хорошо, двигаемся далее. Следующий вопрос. Обязан ли водитель подавать сигналы указателями поворота при начале движения в жилой зоне, обозначенной соответствующим знаком? Варианты ответов. Первое. Обязан. Второе. Обязан только при наличии в непосредственной близости пешеходов. Третье. Не обязан. Это закон был обязан. Когда он начинает движение какое-то, все равно должен включить предупредительные эти сигналы. Угу. Ваш вариант ответа? Мой вариант ответа один. Номер один. Хорошо, двигаемся далее. Следующий вопрос. По какой траектории вам разрешено продолжить движение? Только по А, по А или Б, по любой из указанных. Давайте второй вариант выберем. Вариант номер два. По А или Б. Угу. Принято. Следующий вопрос. На этом участке дороги вам запрещается. Первое. Только перестроение на левую полосу с последующей остановкой на обочине. Второе. Только обгон или объезд. Третье. Только разворот. Четвертое. Любой маневр из перечисленных. Так, ну с нашей стороны идет пунктирная линия. Поэтому только обгон или объезд. Вариант ответа? Вариант ответа. Два. Номер два. Номер только два. Обгон или объезд. И последний вопрос. Разрешается ли вам выехать на трамвайные пути встречного направления в данной ситуации? Варианты ответов. Первое. Запрещается. Второе. Разрешается только при отсутствии встречного трамвая. Третье. Разрешается. У нас, к сожалению, трамвайных путей. Согласен абсолютно. Нет, но если логически подумать, то на встречку вряд ли выезд разрешен, да? Поэтому запрещается. Вариант номер один. Номер один. Итак, ну что, все ответы на 10 вопросов получены. И сейчас ответы Максима разберет наш постоянный эксперт, преподаватель автошколы «Фаворит» Егор Никифоров. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас будем проверять ответы Максима. Так, на первом вопросе Максим ответил правильно. В этом случае у нас два пересечения имеется проезжих частей. На следующем вопросе Максим тоже ответил правильно. Мы будем пересекаться с трамвайной линией. Второй ответ будет. Следующий вопрос. Тут мы чуть запутались и неправильно ответили. А не менее, да? Должно быть второй ответ. Не менее 70 метров на протяжении 100 метров. На этот вопрос Максим правильно ответил. С этой полосы разрешается прямо и налево. Так, на этот вопрос тоже Максим правильно ответил. Когда вот такая разметка у нас есть, запрещается нам стоянка транспортных средств. Третий ответ. По какой траектории можно продолжить движение? Максим правильно ответил. По траектории Б
При повороте направо в первую правую полосу всегда должны поворачивать. Во всех случаях всегда должны показывать указатели поворота. Максим правильно ответил, обязаны всегда подавать. Вот тут как обычный поворот направо будет. При повороте направо в первую правую полосу должны заехать. И ответ должен быть А. Мы ответили А и Б. Первый ответ будет. Так, на этом участке дороги, походу, неправильно прочитали вопрос. Запрещается что, спрашивают? Первый ответ будет. Запрещается остановка с левой стороны на встречной стороне. Запрещается. А, я подумал, ага, разрешается. Остальное все разрешено. Слева остановка нельзя, первый ответ. И, конечно же, на трамвайные пути встречного направления выезжать нельзя. Максим правильно ответил, первый ответ. Так, итого, Максим из 10 вопросов правильно ответил на 7 вопросов. 3 ошибки, хороший результат. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте осторожны на дорогах и всегда изучайте правила. Все равно через время какое-то забывается. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны на дорогах. До новых встреч в эфире!